здорово и удачно вышло у нас. А сейчас, в конце нашего мероприятия, мы хотели бы разыграть все эти замечательные призы и отметим все ваши старания в нарядах, в наряжении велосипедов. И все очень вот это вот красивое и великолепное. Провести наш розыгрыш, нам понадобится всего ничего, это раздать всем номерки. Мы будем сегодня надеяться на случай, устроим своего рода лотерею. Тот, чей номерок, собственно говоря, выберет бездушная машина и получит приз. Призов немного, всего 10, один из них так называемый главный. Мы их всех по очереди и разыграем. Для этого я попрошу вас подойти ко мне, разобрать номерки, и мы начнем. Дорогие дамы, все получили свои номерки. При помощи бездушной машины мы сейчас выберем 10 призеров нашего сегодняшнего велопробега. Давайте начнем наш первый приз вручать. Номер 61. Скажите, как вас зовут? Света и Вероника, как прошел сегодня для вас велопробег? Замечательно. Устали немножко, но хорошо. Отлично. Ну, мы вас поздравляем. Да, вот вам цветочек. И ребенку игрушку. Да, кукла с велосипедом, чтобы правильно было, так сказать, развитие в нужную сторону. Спасибо. Понимали, что за призы, собственно говоря, мы вручаем. В каждом таком пакетике содержится огромное количество разных подарков от наших спонсоров. Я начну вас с ними знакомить и в процессе познакомлю со всеми. Благодаря дополнительным стимулирующим мужчины. Hey Hats – это место, где вашему мужчине не только сделают качественную и сильную стрижку. Здесь он сможет отлично провести время, сделать дополнительные уходовые релакс-процедуры для лица, выпить чашечку кофе или пропустить бокальчик виски за приятной беседой с администратором. Номер 44. Какой наряд? Цветочек, пожалуйста, нашего кавалера. Цветочек. Как вас зовут? Марина, как для вас прошел сегодняшний велопробег? Печатный. Кто организовал такой праздник, я получила удовольствие. Хорошо, спасибо. Поздравляем вас. Аплодисменты. Продолжаю вас знакомить с нашими спонсорами. Да, они... Хочешь похудеть раз и навсегда? Тюнинг тела знает и умеет эффективно худеть. Почти. Просим номер 14 на сцену. Вот такой желтый номер 14 бежит. Вам подарки от нашего спонсора и Роза. Как вас зовут? Как вам сегодняшний наш велопробег? Это было очень интересно, такая очень замечательно. Я очень много участвую во всяких таких мероприятиях, но сегодня какой-то прям вот особенный праздник. Скажите, а вы участвуете во многих веломелопробегах? Я всегда очень люблю все вот такое. В основном стараюсь, если у меня выходной, не пропускать ни одного мероприятия. Отлично, спасибо. Поздравляем вас. Аплодисменты. Сертификаты на бесплатную бутилированную воду. Два. Есть ли номер 42 у нас? Номер 42 чуть было не пропустил свой приз. И что характерно, жуковчанка ли вы? Конечно, жуковчанка. Но не коренная. Поэтому же убрали. Как вас зовут? Катерина.
Как вам наш сегодняшний велопробег? Прекрасно, как всегда, красиво, ярко, интересно. Что вам больше всего запомнилось сегодня? Ведущий. Ведущий хорош. Скажите, а ведущий велоколонны или ведущий мероприятий? Оба хорошо. Спасибо. Будете ли заказывать бутерброд на вывод? Обязательно. Конечно, вот больше всего сейчас хочется пить. Правда. Номер 38. Следующий наш номер – это номер 38. Просим вас, о, с малышкой и собачкой. Привет, как тебя зовут? Вика. Вика, молодец. А вас? Елена. Елена, пожалуйста, мы хотим вручить вам призы. Вам и малышке. Собачке, к сожалению, ничего не досталось. Цветок. А как вам наш сегодняшний велопробег? Замечательно. Много собачки, мы отдельными звездами стали. Ваша собачка, да, сегодня осветила наш путь. А что ты говоришь, собачку дома ждет? Косточка. О, ну все, не будем беспокоиться за собачку в таком случае. Спасибо, мы вас поздравляем. Номер 62. Вот это Япония. Вот это Япония к нам идет. Как вас зовут, представьте? Акини-сан. Акини-сан. Добрый день. Пожалуйста, вам наш подарок. Роза от нашего джентльмена и подарок от наших спонсоров. Как вам наш сегодняшний проект? Сегодня я начну создавать следующий наряд. Следующего дела пробега. Отлично. Все красивые, такие молодые. Это такой адреналин, такие положительные эмоции. Я считаю, что вы просто, ну, кудесники. Создаете нам праздник. Спасибо большое за добрые слова. Поздравляем вас. Наступило, собственно говоря, время для нашего главного приза. Так вот, почему он главный? Главный он потому, что туда добавлен еще один сертификат, помимо всех остальных, которые есть в других подарках. Этот сертификат достанется лишь одной из участниц нашего велопробега, самой удачливой. Номер 40. Кто бы это мог быть? Номер 40. Вот это чертенок. Как тебя зовут? Агата, получай, пожалуйста, от незнакомого тебе совершенно кавалера приз, цветок, а также вот этот замечательный дополнительный приз тебе от Ирины. И надеюсь, что всей своей семьей вы сможете провести замечательный вечер в этом отеле. Как ты думаешь? Она пойдет с братом. Естественно, появится правда. Расскажи, пожалуйста, как у тебя прошел сегодняшний велопробег? Отлично. Что тебе больше всего запомнилось? Порванное платье. А, твое платье закусило в цепь, да? Это было твое платье? Нет, в тормоза. В тормоза. Наши волонтеры помогли тебе выпутаться? Да. Наши волонтеры всегда всем помогут. Мы поздравляем вас с победой, с главной победой в нашем конкурсе. И благодарим всех вас за участие в сегодняшнем велопробеге. И перед тем, как мы закончим наше мероприятие, мы хотели бы отметить всех маленьких участниц нашего велопробега, которым еще пока не достались подарки. Точно! Тебя как зовут? Точно! Я подпенсию знаю. Сколько тебе годик? Три годика. Так, как тебя зовут? А тебя? Даша. Алиса, Даша. Так, отлично. Ваше имя? Ксюша. Маша. Маша. Великолепно. Всем цветы, всем цветы. Я думаю, что это именно вот так. Это дамы. Но нам нужны только детки. А вот вам по-любому выпадает.